Пальцки я вас не слышу, можно как-нибудь поаплодисментировать, что ли? О, громче, громче, не слышу. Все, отлично. Итак, дамы и господа, вот мой ассистент. Похлопайте ему. Не слышу, не слышу, что-то вы как. Итак, ассистент держит микрофон. Итак, дамы и господа, сегодня последний вечер, когда проводятся такие вот вечера, то есть вечера живой музыки, электронной музыки. Ребят, это... и, в общем, ребят, кто-нибудь верит в волшебство и магию? Есть такие люди? Верят. Те, кто верит, скажите, пожалуйста, как вы представляете себе магию? Вот что, как она вообще? Ее можно ощутить, потрогать, как вы думаете? Ну. Сначала женщина пощупать, а вас потрогать. Ну ладно. Итак, объясняю для тех, кто верит или не верит, но магия бывает большой и маленькой. Магия, она на том магия, что она может быть из большой и превратиться вот в такую маленькую фигнюшку. И ее действительно можно потрогать, ведь она превращается... Как вы думаете, какой она формы, магия? Как вы думаете, люди? Вот такая и вдоль поперек. Круглая? Кто сказал круглая? Я сказал. Ты сказал круглая, и ты угадал. Если посмотреть, то она становится круглой. Действительно, вот. Это реальный пример магии. Итак, но если... так как мы сегодня последний день отдыхаем, завтра школа, завтра воскресенье, 2 сентября в школу, все, лето кончилось. Поэтому для вас я решил взять эту магию, взять немножечко подавить, и если найти волшебную палочку мою, сделать ахалай-махалай, она уменьшится до размера пыли, и если ее вот так вот потереть, и на всех вас, теперь с вами осталась частичка магии. Можно похлопать. Спасибо. Но это не самый главный фокус, который я сегодня принес. Сегодня я принес фокус такой очень интересный. Мне нужна одна девушка желающая, которая верит в магию. Есть тут девушка, которая верит в магию? Кто? Ну иди сюда. Итак, фокус будет у нас проходить с картами. Смотри, сейчас фокус с картами подержи. Смотрите. Итак, я показываю всем. Все видят, что карты разные. Абсолютно разные. То есть там черный и красный вперемешку. Ты согласна с этим? Согласна. Смотри, ты можешь ткнуть в любую карту, которая тебе нравится. Абсолютно в любую. Если хочешь, давай еще раз я сделаю веер. Тыкай в любое место. Тыкай, держи там. Ты если хочешь... Не, подожди. Держи палец. Ты хочешь именно здесь. Хорошо, смотри. Внимательно. Все без обмана. Твоя карта. Смотри. Мы возьмем ее. Запомни ее. Возьми ее и прижми к груди, и не этот, не показывай мне. Итак, где моя коробочка? Просто вот так вот прижми, и все. Вот так вот. Итак, и сейчас я буду стараться угадать твою карту, и я ее нарисую. И для этого мне нужен альбом. Итак, смотри. Вставай спина ко мне. Спина к спине. Нет. Спина к спине. Затылок к затылку. Почему ты думаешь о пони? Перестань думать о пони. Думай о своей карте. Сосредоточься. Итак, и сейчас... Все знают английский, надеюсь? Но многие понимают. Итак, мне нужна волшебная музыка, которая будет помогать мне угадать твою карту. Итак, маэстро, пожалуйста, музыку. Итак... Приготовились? Ну, маэстро, не подводи. Чё-то у нас... Та-ра-та-та-та-ра-т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 а. Прошу прощения за... Заново. Итак, все слушаем слова. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide.
Вставай туда. Твоя карта? Нет, не говори мне, не говори. Нет. Нет? Нет. Как? Стоп, подожди. Как нет? Нет. Твоя же карта? Нет. Может, договорим? Ну ладно. Дамы и господа, смотрите внимательно. Я на самом деле рисовал не карту, я рисовал колоду. Если вот так вот рисовать, более-менее похоже на колоду. И там еще есть 51 карта. И по-любому одна из них твоя. Я угадал? Итак, подержи марки. Хорошо. Так, ну, видимо, вот эта песня, которая волшебная, она из 80-х. И молодым фокусникам она не очень помогает. Поэтому сейчас мне нужно что-нибудь посовременнее. Итак, маэстро, давай второй трек. Я под сердце уже положу. Хорошо, смотри. Смотри внимательно. Girls be looking like Debbie Fly. I peep to the beat, walking down the street in my new freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra. And like Bruce Lee, I got the clout. Yeah. Я угадал, это твоя карта. Итак, подожди-ка. И смотрим внимательно. Это чисто рисунок. Ты можешь оставить себе и ту, и эту карту что? На память. Что? Я угадал, чего? Не удивились даже. Ну, тебе понравилось? А вам? Да. Что-то как-то не понравилось, мне кажется. Итак. Ну ладно, итак, дамы и господа. Все, ты можешь свободно. Итак, дамы и господа, и, пожалуй, сейчас я вам покажу самый нужный фокус для всех. Обычно девушек. Вот, допустим, девушка пришла куда-нибудь на вечеринку, на день рождения, и увидела такую девушку в таком же платье. Что вы хотели обычно? Чтобы у вас было другое платье или у нее другое платье? Или, допустим, ты пришел в футболке, такой моднявый чувак, и хоп, тебе капнули, и, блин, домой не вариант вообще возвращаться, и как бы нужно что-то делать. И сейчас я покажу вам отличие простых людей, как говорится, маглов от необычных людей, как я, фокусников. Итак, сейчас будет немножечко нужно вашего задора, нужно вашей энергии. Итак, смотрим. Поддержите меня! Sexy and I know it. Sexy and I know it. We're gonna make it.